Привет всем любителям пост-апа, с вами Морж. Продолжаем двигаться к Эдему в игре Mutant Year Zero. Значит так, в логово рогатого дьявола я переместился. Значит, здесь меня просил чувачок из бункера убить какую-то серую мать этих уродцев, где она хаотично размножается. Я уже представляю такую вписку пьяных школьниц, ну и серых, конечно же. И хаотичное размножение. Надеюсь, все не так ужасно. Не так много локаций, я думаю, у меня осталось. Вот сейчас я в логове рогатого дьявола. Гнилой лабиринт я прошел. Здесь у меня все пройдено. Вот, возможно, со свалки есть переход сюда. Мне кажется, что может он быть. Надо будет глянуть. И остается вот здесь вот три локации я не прошел. И плюс квестовая. Ну, почти вся карта заполнена. Значит, финал уже скоро. Что не может не радовать, с одной стороны. Кстати, сегодня релиз... Опа, опять какая-то херня полетела. Сегодня релиз DLS-ки на метро. Посмотрим, сколько она там денег стоит. И, наверное, опять вернемся в подземелье. Трейлер достаточно прикольный. Два полковника. Судя по всему, будет про Мельника и про полковника Хлебникова, чей сын был в Новосибирске. Такс. Значит, первые товарищи. Как обычно, выносить надо шамана, в первую очередь, 24 хп, и я надеюсь, я его за первый же ход и вынесу. Ну, прячься, утка. Здесь двое всего. Ну, двое это хорошо, вон вижу что-то есть. Прячься. Ну, и начинаем бой. Если здесь всего два человека, ну, если это можно назвать людьми, конечно, то это небольшая проблема. Такс, у свиньи 75. Нет, ну тут нужно все по 100% убить, потому что шаман, выживший шаман, горе в семье. Ага, вон еще охотник. Вон есть артефакт. Артефакт это важно. Но эти далеко. Танк 45 уровень, 36 хп. Ух ты нафиг. Ух ты нафиг, нафиг, нафиг. Да, не так уж тут все просто. Ну, может быть, те не сагрятся, они как бы далеко. Давай, лупим все со 100% вероятностью, и будет мне счастье. Так, 100% от Дакса улетело, плюс еще и крит. Свинья пусть... Тот чувак с пистолетом, да? Ну, на 1 хп, допустим, он попадет. Главное 100%. Остальное это уже дело техники. Нет, не добил. Ну, ладно, лисичка добьет. Давай вот сюда вот переместимся и добьем. Вроде медботов на горизонте не видно. Следующим ходом мародер, а оттуда ребята побегут, не побегут. Не знаю, если что, потом придется перебазироваться. Ага, мародер прячется. Ну ладно. Ух ты, даже попал, сучоныш. Ну, ход всего одной твари, поэтому проблем, думаю, это не составит. Такс, давай Фэроу сюда. Стрелять нет, значит перехват. Дакс вот сюда. И перезарядка. Ну, перезаряжайся. И свинюка. Давай вот сюда, просто, без перехвата. Главное, чтобы этот мародер сейчас начал бежать на меня. А, он не хочет бежать. Блять, еще и попадает. Еще и с кретом. Ой, что-то с каждой локацией все больше и больше меня это начинает напрягать, хоть я и уровень сложности понижал. Может, не кританешь? Ну и ладно. Не кританешь, и ладно. Может, лисичка кританет. Главное, сейчас этот бой закончится, хп у меня восстановится. Мимо. Такс, ты куда? Отсюда сможешь попасть? Сможешь попасть. Вот ты хорошо. Тут, конечно, его навык бежать на две клетки дальше работает нормально. И нормально, и полезно. Так, вроде все. Там те ребята не сагрились. Что очень даже замечательно. Плюс левел. Давайте соберем записку. Вон оружие еще. Так, раздел 3.6. Система радиолокационного определения свой-чужой. Инструкция к Мимир З600. По-моему, Мимир З600 это вот этот вот здоровый робот, которого я завалил.
Улучшенный алгоритм распознавания свой-чужой исключает огонь Мимир по своим. Теперь за 600 может определять союзников, загружая биометрические данные. Точность высокоскоростной лазерной системы распознавания составляет 99%. Для настройки распознавания союзников установите правильным образом отформатированный привод А системы свой-чужой в разъем привода Б до начала загрузки. При обратной последовательности приводов Z600 будет атаковать всех, в этом случае не выполняйте загрузку. Так, на всякий случай запомню, привод А в разъем привода Б. Ну, на всякий случай. И давайте глянем, что тут у меня за пукалка дропнется. Текс, Рэмбина. Ну, у меня уже их три. Ничего интересного. Кстати, зашел я, прочекал вообще, какое тут оружие, какое стоит апать. Судя по всему, у меня пару стволов осталось лучше, чем которые у меня есть. Поэтому, как только найдем, будем проапывать. Так, сохранюсь на всякий случай. И надо будет сейчас рулить вот туда, там, где танк, блин, 45-го левела, ну и так далее. Да, кстати, про левела. 10 очков у Дакса доступно. Есть выключение роботов, но пока мне оно не нужно. Наверное, дальность перемещения на 2, что еще ему брать? Лисички, 6 очков доступно. Здесь пока не... Ну, можно взять крылья, как бы, ну, типа, зачем они мне? Не совсем понятно. Ну, их в любом случае надо будет брать, чтобы открыть или вот это, или вот это. Но мне ни одно, ни второе не надо, как бы. И кабан. Кабан, 12 очков доступно, значит... Ваше тело заражено грибными спорами. Любой хронист, не зря получающий свой грох, подтвердит, что грибные споры зоны та еще дрянь. Когда ваша кожа что-то пробивает, из-под нее вырывается облако спор. Это облако перекрывает линию зрения врагу, так и вам. Ага, типа попадание, я выпускаю дымное облако, и в чем прикол? Ладно, меня, наверное, вот это больше интересует. К тому же у меня у свиньи круглого... Круглого нету, да? Вот. Дальность оружия плюс 25. Вот это вот будет... полезнее. А потом выкачаем ему ХП. Так, здесь больше ничего нету. Как тут дела с дропом-то обстоят? Вот есть домик. Сломано оружие. Разбита электроника. Вроде больше здесь... Ага, вот аптечка. Аптечка полезна. Очень даже... Теперь, наверное, уже ничего. Кстати, да, ребят, огромная просьба. Если смотрите видео, ну, пишите хотя бы какой-нибудь любой комментарий. На Ютубе сейчас продвигаться офигительно трудно. Тем более на вот таких стартах, где я там не могу сразу, как на канале по песу, там какую-нибудь 1000 просмотров получить. Поэтому, реально, любой ваш комментарий, это очень-очень для меня полезно. Для вас это не так много времени займет. Я надеюсь, в общем, на вашу благосклонность. Все, что угодно. Да, хоть матом ругайтесь. В любом случае, это будет полезно. Поэтому буду очень надеяться, что вы будете что-то писать. Так, прячемся. Кабан, выключи фонарь. И, наверное, отсюда и будем начинать бой. Позиции более-менее нормально. Близко всего один чувачок. Поэтому, наверное, начинаем. Такс. 75%. Ну, не так уж много. Может быть, на соточку все-таки попробовать. Допустим, перемещение и сотка. Наверное, так и поступим. Бормин все равно у меня как бы на переднем крае должен сидеть. Раз. И лисичка, наверное, добьет. I'm the hero, you're the zero. Дакс тогда станет в перехват. We are unstoppable. Хотя он далеко, конечно, но... О! Да ладно, стоп, если я за один ход даже просто вынес чувака, то он не поднял тревогу? При том, что у меня они не бесшумные? Типа из-за того, что далеко или как? Как это сработало? Подкрадываемся на цыпочках, выйдет ли их прорядить? Ну да, лиса, ты, короче, права на самом деле. Давай обследуем территорию, посмотрим, что здесь есть. Вот здесь хорошая позиция для стрельбы сверху, если что. А кто у нас там вообще по врагам-то? Так, охотник, эти дальнобойные. Вижу, понял. А вон мародер.
смысле, ты ж на крысе, ты ж не должна попасться. Давай, давай, давай. Маневрируем. Вождь Серая. А, Серая или Серая? 4 брони. Охереть. Много. И какой-то куб. Редкий лом. Опа! Не просто так, по-моему, я нашел эту записку про робота. Типа мне его как-то надо перепрограммировать, судя по всему. Там что-то А в что-то Б вставлять. Сбросить программу робота. Ну да, да. Явно ж пахло тем, что можно его перепрограммировать. И он будет за меня. Ну, конечно, давайте, ладно, чуть позже к нему вернемся. Вождь Серая, вот эти 38 хп плюс 4 брони, это, конечно, много. При всех раскладах. Надо глянуть там, что у меня по гранатам и по всему прочему. А я могу сейчас своих ребят позвать? Оп. А утка где? Ну, давай. Утка. Ага, вот так. Блин, меня обратно сюда закинуло, понятно. Понял вас, понял вас. Значит, их просто нужно здесь оставить не за... Как он называется? Не за препятствиями. А потом оттуда позвать, чтобы всех не вести. Так, ну тут вроде я все изучил. Значит, бой надо начинать оттуда, где робот. Я перепрограммирую робота. Ребят рассую там где-нибудь по... За куточечком. Вон, кстати, что-то есть. Например, мародер. Тут скорее просто какой-нибудь лом. Здесь пусто. Да, здесь пусто. Интересно, смогу я эту сираю вынести или нет с первого раза. Там гранатами, конечно, можно нормально закидать. А у меня по гранатам... Ой, полный отсос у меня тут по гранатам. Ни у кого нету, да, наверное. У свиньи тоже нет. Но свиньи одна есть. Ну, мягко говоря, не очень. Рамбина тут мне не поможет. Броня. Ну, такая уже у меня есть. Ай-ай-ай-ай. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь, господин. Так, тихенько, тихенько, как мышеньки. О, граната! Не, горючая смесь, сука. Ну почему не граната, а? Граната бы сейчас зашла идеально. Давайте, прокрадываемся. Оп, смогу? Ну, вроде смог. Так, здесь попадусь. Ну, они далеко друг от друга стоят. То есть, здесь я не смогу закидать гранатами так, чтобы... Чтобы зацепить и тех, и тех, и тех. Ладно, давайте с этой стороны обойдем. Позиция на газельке может быть, конечно, и неплоха, но там... Ага, вот еще поджигатель, вот еще танк. А если я вот оттуда, откуда-то бой с ними начну, с максимального расстояния... Может... Не, ну здесь увидят, здесь они слишком близко. Здесь смогу проскользнуть. Ну, проскальзывай, проскальзывай, проскальзывай. Молодец, молодец, умничка. Блять, заметили. Ай, а ведь почти получилось, почти получилось. Немножечко не хватило. Значит, в любом случае, к роботу. Надо рулить к роботу, перепрограммировать робота. И пока они будут лупить робота, я буду вывозить. Здесь горючая смесь, блин, а выглядит как граната. Вот лучше бы здесь граната была. Чем горючая смесь. Это мародер еще. В принципе, его можно попытаться ликвидировать. Блять. Вроде же должен. Ну, а чё так? Вот. Его можно попытаться ликвидировать отсюда за один ход. Типа как бы. Может даже прокатит. Давай, сохраняемся. Тут достаточно близко все это дело.
Так, чтобы засада была. Давай, засада. Попробуем, вдруг не сагрится. Не, он один услышал. Ну ладно. Враг вас услышал. Сейчас все на меня побегут. Наверное, все. Бабай. Не, ну бой же не закончился, нет. Значит, меня услышали. Значит, минимум сейчас охотника мне дернется. Нет, так не прокатит. Так не прокатит. Было бы бесшумное оружие, было бы получше. Или, может, нужно стрелять с более дальнего расстояния. Хотя вряд ли. Тем более, с более дальнего расстояния у меня у Дакса только бесшумный пистолет, то есть, который сможет из близкого расстояния его их сагрить. А больше ни у кого и нет. Почему она, блин, не может перелезть в лодку, а? Нет, выйди из боя. Зачем ты бой начала-то? Мародер-охотник. Надо к роботу обратно пробраться. А как я пробирался? Как я смог пройти так, чтобы меня не заметили? Вроде здесь, и потом... Нормально, пройду? Вроде пройду. Вроде прошел. Так, вождь Сирая. Наверное, ее первую надо как бы валить, но там у нее хп до сраки. И, возможно, у нее какие-нибудь навыки. Тоже может быть вполне себе. Здесь, с другой стороны, ничего нет, да? А, вот обычный лом есть. Текс. Значит, забираемся. Занять позиции можно будет... О, там прям вообще наверху есть позиция. Прям для утки. Прям вообще. А может быть, наоборот, для всех. Есть? Все трое. Так, Скобасик. Кабасик, ты ближний бой по... Блин, не ходите все за ним. Ты ближний бой, поэтому, наверное, вот сюда. Лиса будет перепрограммировать робота. Потому что нужно еще сейчас, чтобы у меня получилось его перепрограммировать. А утку... Утка будет сверху, причем... Так. Со скрытой позиции двойной крит, а можно... Вот, при стрельбе с возвышения. У тебя есть что-нибудь при стрельбе с возвышения, нет? А у тебя... Нет. Ну ладно. Утка с 50% критом, это нормально. Интересно, насколько робот-то вообще поможет. Такс. Лиса, давай. Сейф. И давай ломать робота. Ну, сбросил. А дальше чё? Или я его только сломать мог? Вон, кстати, шмотка. Ну и как мне его перепрограммировать? Вот он, робот. Давайте шмоточку сопрём, пока никто не видит. Бронька. Доспехи упыря. Обычные упыри обычно носят тонкую одежду и два защищающие их от гнили и солнца. Впрочем, вожаки кланов могут обладать весьма сложными и прочными доспехами, сохраненными или добытыми кем-то из прошлых поколений. Это очень ценное приобретение, с которым упырь не расстанется без боя. Не, ну 3 брони плюс 4 очка здоровья, это явно для шмотка для свиньи. Или я просто типа вырубил робота, но при этом, короче, он за меня не будет сражаться? Плохо, я надеялся. Такс. Свинья. Тебе вот доспех новый прилетает, потому что ты у нас танк. Дальше мы все это дело сохраняем. И как-то надо вырубать Сираю. Больше здесь особо спрятаться-то и негде, да? Угу. Ну, будем надеяться. Начинаем бой. Блин, а чё? Мне ж как бы типа неудобно. Вот, так нормально. Такс. Можно вот сюда вот пролупить
Столько целей, насколько хватит пуль. Меткость минус 25. Но при этом 100% и крит. Ну, слупим. Крит на 8 всего, а чё так мало? Ну ты тоже посирай и бей. Ух, у нее какая-то бандура в руках. Жесткая. Враг вас услышал. Да я догадался, что он меня услышал. Значит, что может кабасик? Дуплетом со 100% вероятностью. Ну шикарно же. В смысле, я убил? Не убил я? Не, 8 хп. Ну, на следующий ход смогу добить, если не сильно спрячется. Все-таки она серая или серая, интересно? Так, поднялась. Ну, ладно. И... Кританула. Пускай, хорошо. Мне главное тебя добить. Охотники, охотники. Ну, я ж перепрограммировал вроде робота. Или нет? О, они начали по роботу лупить, значит робот все-таки за меня. Отличненько. Ща наваляем, ща наваляем. Это серая или серая, или как она там. Если они начали лупить робота, значит он за меня. Блин, много, конечно, много-много персонажей здесь. Бой будет тяжким. Так. Нет, в Амимиру не лупи, по нему эти лупят, поэтому... Ну, давай по серой, наверное, лупи. Попал. А утка будет сверху отрабатывать по всем остальным скрытам. Минус. Отлично. Просто шикарно. Интересно, с нее ствол можно дропнуть как бы? У нее там какой-то крутой. Такс, охотник нет. Блять, не потому выстрелил, я по поджигателю хотел выстрелить. Зараза, зараза. Этот же сейчас кинет бутылку. Мимир, иди ломай там все, меня не ломай только. А типа он меня начал целиться или как? Блять, по Даксу урон пошел. Да стреляйте по роботу, уроды. Я что перепрограммировал? В чем прикол-то? Или мне надо было вот эта вот капсула, чтобы его перепрограммировать? Не, ну тут забросали, конечно, тут жопно. Наверное, все-таки я не вывезу. Слишком много. Слишком тяжко. Значит, заходить будем с другой стороны, там, где танк. То есть постараемся вынести сначала танка, потом все остальное. Были бы у меня тут стволы какие-нибудь, которые реально давали бы урон. А так, ношусь непонятно с чем. Ну, вроде робота, я ж перепрограммировал. Перепрограммировал. А чё тогда он в меня целится? Чё он не по ним стреляет? Или мне все-таки что-то еще нужно с ним сделать? Это ключ А в разъем Б. Хрен его знает, как это работает. Так. Здесь поджигатель. Блин, я здесь не проползу. Не знаю даже, как начать бой и откуда начать бой, чтобы они не все сразу сагрелись. Значит, проходим. Вот, наверное, вот за тем мостом надо начинать бой и стараться вытянуть танка и вот этого поджигателя. Ликвидировать их, и уже будет легче. Давай, лиса. Камон! Кстати, камон. Блин! Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то там упал? Куда-то. А, утка! Эля, пробежал! Никто его не увидел! Все в порядке, все нормально. Если основного персонажа, которым ты управляешь, не видят, то все окей. Так, этих я не смогу ликвидировать по-тихому, да? Оп.
здесь, вот как мышеньки, спрячемся. И пройдем в начало локации. То есть получилось ликвидировать только двоих, по сути. Ну давай, отходи, обходи. Блять. Зараза, зараза, зараза. Так. Снова не получилось прокрасться. Ну ничего, ничего. Я их уделаю. Было бы больше гранат. Было бы больше выстрелов за ход. Было бы больше всего. Так, вот этих надо просто... отвести вот так вот и лесой потом их к себе позвать. Так будет нормально. Поджигатели, танки. Чё ж их так много? Чё ж вас так много, господа хорошие? Ай-ай-ай-ай-ай. Блять! Ну, зараза. Ну как так можно? Или, может, где-то надо по-другому позиции занимать. В принципе, можно было бы занять позиции вот с двух сторон этого здания. Но здесь прикол в том, что только двое смогут стрелять, а не трое. То есть, допустим, вот отсюда их сагрить. И они все будут бежать, ну, сокращать дистанцию. Может, это, кстати, и вариант. Вот, типа, сюда лесу. Да, сверху, да, стрельба сверху, это хорошо, но... И то, что ты критовать будешь, это хорошо, но... Но оно не вкатывает. Причем вообще никак. Допустим, за вот это дерево ты спрячешься. Пусть они там с роботом пока разбираются, который то ли за меня, то ли не за меня. Вообще хрен пойми, откуда он. И за кого он. Так. Переключаемся на лесу. Лиса станет за вот это дерево, а кабан начнет бой. А потом отойдет. А за что он отойдет? Сюда нельзя? Нет, нельзя. Ладно, лиса сюда. Кабан начнет бой от параши, наверное. И потом отойдет. Пробуем. Так, охотник 75% крит. Там еще сирая. И еще всякие уроды. Можно гранату шпульнуть. И, допустим, зацепить двоих. Мне лучше отойти и гранату шпульнуть там. Граната ж все ОД тратит, да? То есть он кинет гранату и все. Не, ну лучше кидать, конечно, если есть возможность. Бутылка нет. Мне не бутылка нужна, мне нужна граната. Швыряй. Хоть чуть-чуть урона нанес. Так, Фэроу. Активировать наблюдение. Дакс, активировать наблюдение. А свиньей сейчас будем отступать. Надеюсь, за первый ход меня просто не напихают по самое не хочу и не убьют свинью. И тогда будет, может и будет нормально. Но охотник как бы стреляет, поэтому за 600. Ну, может, все-таки он за меня будет? Он и Сирая стреляет, поэтому за 600. Мимир, давай, наваливай тем ребятам, которые тебя... которые тебя атакуют. А по мне вообще не надо стрелять. Это будет норм. С другой стороны, они... А нет, вот, сработал у кого-то перехват. Мимо. Це печально.
Надеюсь, хотя бы часть смогу на перехватах сейчас поймать. Наблюдение, наблюдение. Танк попер. Такс, такс. Перезарядка. Нет, перехват. Бормин. Сюда не сможешь отступить. А надо, чтобы вот ты вот сюда отступил на самом-то деле. Или лупи по поджигателю. Ну давай. Блять, мимо, 75%. Начинается. Начинается просто. Начинается, как обычно. Такс, ты сюда. И перехват. А, Феру, ну нахрена ты по нему стреляешь? То есть он типа по всем будет, блин. И утка. Чё ты на меня агришься, робот? Твою мать. Сейчас бы гранатку зашпулю туда, там, где три охотника. Чё-то этот робот только ходит. Чё-то ни по кому он ни разу так и не шмальнул. Бормин получает урон раз за разом. А этот ещё и стены переломал. Блин, вроде как бы и понемножку фигачат, но как-то фигачат. Тут еще танк. Тоже с какой-то пулякой здоровой. Так, Фэрроу. В тебя целится уебок. Который робот. Давай сюда. И валим поджигателя. Нет, Мимир это, конечно, хорошо, но они по нему тоже стреляют, поэтому... Поэтому нет, не тот. Вот, поджигатель. Лупи, 9 урона. Дакс, тебе тоже надо по поджигателю отрабатывать. Дело. Танк, мародер, охотник, поджигатель. Надеюсь, попадешь. Просрал. Молодец. Лучший. Просто лучший. Просто 10 из 10. Хорошо. Бормин, вот... Блять, перехват от танка. Ебать, с чего он там лупит? Что это вообще за штуки? У меня такого даже рядом не было. Ну, дуплетом по поджигателю, пожалуйста. Минус. Хорошо. Короче, он выстрелил, робот. Робот выстрелил, и, судя по всему, утки жопа. Но почему он по всем атакует? Я хочу, чтобы он атаковал только противников, а не меня. Блин, ну это реально как-то тупенько. Вроде ж нашел, что там одно А включить, во второе Б. Включил. Но, судя по всему, не прокатило. Так. Погнали. Все-таки надо туда пробираться. Если с той стороны не начну бой, то робот тут все сломает. Они, по крайней мере, даже если сагрятся, они его завалят, пока они ко мне будут двигаться. Надеюсь. Может, и он почему-нибудь постреляет. Не только по мне. Так. Логово рогатого дьявола. Ну-н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 у. Проходи, проходи, проходи. Умничка. Умничка, лисичка. Умничка. Так, надо в обход рулить. На всякий случай сохранение, потому что... Блять, подтормаживание, а? Что за бред? Что за дела? Какого хрена? Непонятно. То ли из-за бандикама, то ли я вообще не знаю уже из-за чего. Клом-лом. Здесь я господ положил, да? Значит, атаковать нужно отсюда. Наверное. Так, где вы тут? Обследовать. Что тут можно обследовать? Значит, по словам повара, сюда избежали кровожадные упыри. Логово рогатого дьявола.
Так, знак указывает, что тут водится дьявол с рогами, а с ним толпа упырей, уничтожающих поселение просто ради веселья. Кто-нибудь хочет отступить? Надо проголосовать. Грабу, я видел этого оленя. Упыри перешли дорогу не тем сталкерам. Мы не позволим им уничтожать еще одно селение. Все закончится здесь и сейчас. Понятно. Понятно. Там, кстати, вон записка есть. Текс. А тут вот еще один дроид упал. Впервые вижу такую машину, не грязная и не разломанная. Наверное, недавно разбилась. Даже звезду хорошо видно. Так, а может, в ней есть этот ключ, который А, Б... Ну, вы поняли. Все, здесь больше нечего обследовать. Ну, разбилась. Мертвую пыль, даже не пришлось с ним драться. Ну. Может, ключ найдете? Нет? Спрятаться, обследовать. Записка. Так. Лагерь Лос приготовил для вас выходные экстремального выживания. Лагерем заправляет звезда телевидения, хорошо знакомый вам Бар Гриль. Вы научитесь есть гниющих животных в сыром виде и познаете незабываемые прикосновения пияк к вымазанной собственными фекалиями кожи. Вы будете жечь все, до чего дотянется ваши окоченевшие руки. Регистрируйтесь прямо сейчас. Число мест ограничено всего в 30 минутах от Гетеборга. Что несет мне эта записка? Ничего. Дайте мне лучше ключ от робота, чтобы я его перепрограммировал, чтобы он меня как своего считал. Я вот надеялся, что вот в этой какой-нибудь фигне будет ключ. И это было бы как бы логично, нормально. Потому что мало того, что эти хрени, еще и робот здоровенный. Как-то многовато. Такс, а вон и танк. Давайте сохраняться и расставлять приоритеты. Нужно просто отступить. Блин, лиса, ну не туда же стала. Вот так вот. Дакс, Дакс, да, за это дерево. У него дистанция, у него все нормально. Кабан, кабан, ты будешь начинать наш бой, поэтому... Мне же нужно так, чтобы еще засада сработала, да? Можно как-нибудь так спрятаться, чтобы засада сработала? Но тут все близко. Ай, то есть придется стрелять отсюда, не прикрывшись вообще ничем. Ну ладно. Дакс. Выстрел. Танк 75%. Ну, нормально. Попал. Уже неплохо. Кабан. Сможешь за что-нибудь спрятаться? Это считается укрытием? Нет, это не считается укрытием. Ага, вот здесь вот должно считаться укрытием. Да, нет? Или это тоже не считается укрытием? И это не считается. Понятно. Значит, отходим сюда. И перехват. Overwatch. Лиса. Слишком далеко, значит перехват. Надеюсь, не все сагрятся. Может быть. Ебать, у него что-то за просто убивательница. А может и все сагрятся. Мимо. Здесь попадание, хорошо. Блять. У меня ж на свинье уже броня без этого. Так, эта хрень встала, хорошо. Они сейчас пока будут разбираться с ним, у меня есть шанс разобраться с поджигателем и... танком. Вы сами выносите этого Мимира, ну вас нахрен. А потом всех, да, перехвате буду ловить. Нормальная тема. Жалко, конечно, кабана вырубили, я сейчас могу за один ход не положить просто танка. Это будет крайне печально. Тут еще и поджигатель, ладно, он тупит, туда-сюда бегает, фиг с ним. До мародера далеко, шаманов нет, что тоже очень хорошо. Ну и по танку. Блин, ракурсы, конечно, ужасные. На 9 с критом. Ну утка не сможет на 11 с критом, даже с критом, наверное, добыл, на 12. У нее с критом 11. Хотя танк подожжен, то есть если я критану,
кстати, можно ж увеличить крит. Если я критану на 11... А, там же броня еще. Броня. Ну да, типа, я что критану, что не критану. Не поможет. На следующий ход танка я положу. Так, ты тут все ломай, там все делай. Не знаю, кого-нибудь стреляй. Пусть в тебя стреляют. О, о, он начинает, класс. Вот, по-моему, сейчас я правильно начал бой. То есть, если он хотя бы один раз отстреляется, он кого-нибудь минуснет. Он меня утку, блин, с одного удара минуснул. Так, там опять что-то сломал, хрен с ним. А вы разбирайтесь с роботом, ребят. Потом я вам, может быть, даже помогу. А может и нет. А если он лупит по площади, то он сейчас всех троих нахрен прикончит. По-моему, он по Даксу как-то так лупнул именно по площади. Поджигатель тупит замечательно. Да, по-моему, ребята, этот бой я вытащу. Сейчас спокойненько добьем танка. Бормин придет в себя. А эти начнут двигаться на меня. То есть сейчас можно спокойненько дожидаться, пока эта хрень затопчет всех. Что очень даже неплохо. Не, становись наблюдение, а Бормин, приходи в себя. Ну покажите там выстрел был. Мне же интересно, сколько там человек умерло. Кто-то вообще умер, не умер? Не, вроде все три. Трое как стояло, так и стоит. Робот, может, ты еще на один выстрел сможешь? Ну, охотнику половину хп, грубо говоря, он сдул. Понятно. Если еще один выстрел успеет сделать, уже будет прекрасно. Я минуснул танка. Я, наверное, сейчас минусну поджигателя. Или подождать, пока они все с роботом разберутся, а потом уже на меня начнут двигаться. Кстати, да, Бормином можно, он, допустим, пойти и сожрать труп. Блин, Фэрроу, ай, не тем труп сожрал. Блин. Надо было Бормином жрать. А теперь уже и трупа нет. Ну ладно. Значит, ждем. Наблюдение. Бормин, ты ж не сможешь, да, уже его съесть. Он уже съеден. Но при этом, блин, вот висит, как будто ствол можно подобрать. Это, конечно, было бы круто. Нет, наблюдение остановись. А, так, а что у него там загорелось? И у Сирая, кстати, 27 хп. То есть, да, все-таки он лупнул, судя по всему, по площади. Это какой-то огнемет у него. Огнемет — это тоже нормальная тема, я согласен. Убивай их нахрен, выжигай. Чую, здесь я найду какой-нибудь ствол именно из топовых, который можно будет сразу заапгрейдить и уже гораздо легче выруливаться. Давай, робот, вали, мочи, просто рви. Поджигатель, ты, кстати, можешь хоть слезть хотя бы там, побежать на меня. Я бы тебя с удовольствием сейчас ликвидировал, пока ты там бегаешь. Так, Бормин, ты, кстати... Ага, ты ни зачем. Ты ни зачем, ты ничем не прикрыт. Давай тогда. Понятно, что сейчас не совсем интересно, пока я просто пропускаю ходы и жду. С другой стороны, это тот вариант, как затаскивать бои. Кстати, утка, чё, перехват на пистолете? Непонятно. Overwatch. На таком перехват. А Бормин вот сюда, вот за вот это дерево. Давайте, что он там творит? Ух ты, спалил охотника. Да вообще всех надо палить. Можешь кого-нибудь еще пнуть, например. Так, прокритовала Сирая. Или Серая, все-таки. Я что-то все-таки думаю, Сирая. Не, ну по сути, наверное, он никого в итоге не убьет. Но с другой стороны, он так нормально всех покоцал. О, поджигатель наконец-то слез. Перехват у меня. У меня сработал, судя по всему, у Дакса. Но попадания нет. О, мародер сам себя поджег. Молодец.
Так, свинья. Кстати, наверное, давай в перехват ты с вот этим станешь, потому что дальность лучше. Ты тоже в перехват, ты перезарядка. Не, кстати, вот по поджигателю 50%. Постреляй, а чё нет? Вдруг попадешь. Попал. Шикарно, шикарно. С хрен знает какого расстояния. Ну давай, Мимир, чё сейчас будет? Блин, у него 8 хп, он уже, ну, не успеет, наверное, ни по кому отстреляться. Серая горит или серая? Все горят, все горит. Супер, супер. Мне нравится этот бой, реально очень даже классно. Но если бы я мог этого робота забрать с собой, было бы еще лучше. Охотник горит, еще один охотник на половине хп. Давайте, не добивайте робота, дайте ему еще один раз отстреляться. Вообще будет класс. Мародер горит. Поглощено, замечательно. Давай, робот, последний раз отстреляйся, просто убей кого-нибудь, а я всех остальных уже доработаю. О, можно, кстати, и по серой стрелять с 50% вероятностью. Ну, давай по поджигателю. Серая сейчас еще может попасть... Блять, мимо. Серая сейчас еще может попасть под раздачу робота. Вы в наблюдение. Вы в наблюдение. Ну, покажите, как робот там убивает. Там, вон он выстрелил. Кто-нибудь умер? Ух ты, он еще, короче, своим взрывом кого-то, судя по всему, зацепил. Ну, а теперь ребята начнут двигаться на меня, и я с перехватами их жду. Вы там пока... Они или не начнут. Ребят, мне надо, чтобы вы ко мне двигались. Тут вот Дакс может-то, конечно, отрабатывать. Но Дакс мажет второй раз с 50%. Ты в наблюдение. Давайте, давайте, бегите на меня. Вас здесь ждут. Они тоже через наблюдение останавливаются. Не, ну, робот реально отлично их полупил. Такс. Перехват. Перехват. Так, стреляем. Ты ж не зря снайпер, 50... Охотник 25, серая 50 или серая. Охотник 50, поджигатель. Наверное, поджигателя надо валить, потому что если он сюда закинет, будет нехорошо. Попадание, хорошо. Ну, ждем, 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 ждем. Давайте, двигайтесь. Двигайтесь, господа. О, сработал перехват у кого-то. Мимо. Плохо, конечно, но сработал уже хорошо. Кстати, надо будет этого охотника выключить. По поджигателю пока, судя по всему, можно не стрелять. Он там к стенке прилип, и как бы на него всем пофигу. Надо убирать в первую очередь. Давайте попробуем. Ну, а что, не по кому стрелять? Ты никого не видишь? Ладно. Свинья у тебя как? 75%, 50%. Да не остановись, перехват. А ты, так, 75, 50, 50, которого добить. Ну давай по тому, который 75. Он хотя бы ближе. Ему еще в любом случае надо сокращать дистанцию, он сейчас под два перехвата может попасть. Давай, двигайся, двигайся, серая, серая. Первый перехват. Попал. Второй перехват. Мимо. Жалко. Жалко, жалко, но сейчас охотников я обоих добью. Поджигатель тоже начал двигаться. Его тоже надо добивать. Вот, его, кстати, надо добивать в первую очередь. У него 8 хп. И мародер начал двигаться. Ну, окей, окей. Так. Наверное, давайте отстреляемся сначала отсюда. Поджигатель 75%, 50%. Поджигателю, конечно же. Минус, минус. И взорвался. Кабасик. Кабасик второй отстреливается. Так на самом деле можно, наверное, из дробовика стреливать. Не, ну 50%, а там 75%. Но здесь он его добьет, если попадет. Давай пробовать. Но не попадет. Ладно, значит, добьет Дакс. Если тоже попадет. Сука, 75. 50 и 75. И тот минус.
Ой, 10 из 10. 10 кабанчиков из 10. Если бы у меня сейчас реально с роботом вот эта фишка не получилась, я хрен бы этот бой затащил. Но охотник, ладно. Вот он в меня за деревом попадает. А я... Нет. Ну, потому что. Потому что марабушта. Потому что баланс. Так, кабан. Нет, это Фэрроу. 9 урона. Давай, добивай. Вот когда не надо крит, пожалуйста. Не, я понимаю, рандом, конечно, все дела, но... Ну, иногда раздражает. Так, лупи. Отлично. То есть, по сути, я сейчас этого добью, и у меня останется... У меня останется только эта серая. И все. Я красавчик, и все затащено. Жестенько, жестенько. Не, ну серая сама сейчас, естественно, не вытянет в одно лицо, что она мне сделает. Тут ладно даже, пусть они попадают. Так, Дакс, ты, конечно же, отрабатываешь по серой. Она далеко. А ты, молодец, умеешь попадать. Кабасик, отрабатываешь по... Так, перезарядка и по мародеру. А лисичка в перехват. Так, лисичка, перезарядка. И перехват. Ждем серую. Вот он, перехват и пошел. Но мимо. Как обычно. Как обычно. Отсюда уже, наверное, можно стрелять без перехвата. Попадание. Кабан. Далеко для кабана, наверное. Для дробовика. Стреляем. 5. А серая это в перехвате, да? Она в наблюдении стала. Ну, 50%. Подкидываем монетку. Хотя можно сменить. 75% и тоже добьет. Так будет реально лучше. Все, шикарно. Шикарно. 10 из 10. Супер. Бой затащен, левел получен. Сейчас дроп соберем. Все, класс. Серия удалась. Явно. Так, с детали оружия. Лучше бы само оружие. У него там, блин, какая-то хреновина убийственная. Вообще просто неимоверно. Ну, кабан, что ты застрял? Что ты застрял? Кабан. Что за дела? Так, давайте этих. Не-не-не. Вам прятаться не надо. Погнали. Добыча, эмми-граната. Херня полная. Детали оружия. Может ствол, химический факел. И все. Дайте мне ее пушку, блин. У нее какая-то вандервафля. Я-то уж надеялся, что мне реально ее оружие дадут. Так, сюда забраться. Тут, в принципе, только фиговый дроп. Из ящика я спер, да, эту. Как она называется? Броню. Так, нет, не спрятаться, я забрать эль-генератор. Устройство в виде 12-гранника, наполненного электрической энергией. Мощности ему хватит, чтобы питать целое поселение. На устройстве есть надпись «Эль-генератор». Фига себе, в плюс 4 артефакта дает с одного. Понятно. Это тема. Но лучше бы все-таки оружие. Я сейчас за артефакты, судя по всему, вообще все доберу. Там, кстати, по-моему, за 2 можно получить еще плюс 10% к риту всем. И это явно будет разрывание жопок. Давайте обыщем остальные здания. Так, ящик еще один. Тоже шмотка. Мне оружие надо, шмотка. Дальность перемещения плюс 4. Ну, на самом деле... Давайте посмотрим, что у кабана. Ему бы это пригодилось. 20% атаки с возвышенности. Так он не стреляет с возвышенности. Конечно, дальность перемещения. О, спортивный кабасик. Классно же. А у тёлочки что? При маскировке 20% вероятность крита. Ну, нормально, нормально на самом деле. Для начала боя точно уж нормально. Здесь нихера нет. Ладно. Спортивный кабасик это хорошо. Здесь ни записок, ничего. Сломано оружие. Так, вон еще. Пропустил. Детали. Обычный лом.
Неужели все? Четыре артефакта, это, конечно, офигительно, но хотелось бы больше. Хотелось бы больше. Хотелось бы еще чего-нибудь крутого. Но, судя по всему, хрен мне, а не что-то крутое. Вот в этом здании я еще не был. Давайте в него заглянем и возвращаемся в ковчег. Пусто. Фотка какого-то товарища висит. И вроде все. Ну что ж, локо зачищено. Не знаю, нужно ли мне возвращаться в... к этому очкарику. Типа, доложить ему, что... Я думаю, не нужно, на самом деле. Поэтому можно со спокойной душой возвращаться в ковчег, выбирать новые навыки. И что у меня остается? У меня остается вот здесь неведомое место. Со свалки, наверное, вот можно сюда еще, мне кажется. И по квесту. Давай, ковчег. Наверное, бы нужно в следующий раз исследовать свалку. То есть, есть ли там переход вот в тот знак вопросика? Потому что с непросвещенного вроде как нет. А может и тут нет. Погнали, бар. Привет. Вот. 10 вероятности нанести крит живому существу. Отличная штука. Так. Действие аптечек. Ну так себе. Ячейка для гранат тоже так себе. Наверное, ребят, надо брать цены в магазине Риди и Снижины. Я так простебался с тех 20%, а в итоге денег ни до хер не хватает. И 10 урона. То есть последнее, что мне... Если еще 3 артефакта я найду, ячейка для гранат не особо полезна. И усиление аптечек. Давайте в ремблок заглянем. У меня там, кстати, оружие есть, которое можно разобрать. Вот, например, вот это вот. Оно мне не нужно. Остальное все вроде оружия при деле. У Фэра вот есть дробовик, я им как бы вообще не пользуюсь. Ну ладно. Пусть пока будет. А потом все, что есть, впущу в апгрейд максимальных стволов. Так, есть аптечки, но нет гранат, да? Как обычно, есть аптечки, нет гранат. Safe travels. Ладно, хотя бы криты, плюс 10% там, плюс 10% там. Навыки. У Фэроу 9, и здесь нифига не надо. У Дакс 5, здесь тоже нифига не надо. Бормин 5, надо 8. Ну что ж, неплохо, неплохая, в общем-то, вышла серия, ребятки. Спасибо еще раз, что смотрели. Как обычно, с вами был Морж. Лайк, комментарий, самая лучшая поддержка от вас. Наверное, уже близимся к концу. До новых встреч. Пока-пока.